Ребята, всем привет! С вами канал Crypto Club, и здесь вы найдете обзоры перспективных ICO проектов. Сегодня мы поговорим об одном из таких, это Lixit. А я уже делал на нем обзор, можете посмотреть на моем канале. Сейчас я бы хотел посмотреть рейтинги проекта, какие у него, да, у рейтинговых агентств. Итак, давайте посмотрим, начнем с InvestFuture. Общий рейтинг у них 4 звезды из 5, да, 72.93. Вот, рейтинг, собственно, лучших ICO проектов, вот он на 236 месте. В принципе, это очень высокое место из 6000 почти, представляете. ICO Bench 4.4, ICO Bench мы посмотрим попозже. Вот, также очень высокое место, да. Рейтинг ICO Track ICO 4.6, также 840. Ну, собственно, в первых вообще он во всех зелененьких находится, да. Зелененький — это самый-самый топ. Фонд ICO 8.0, да, 160 место и 791. ICO Mark 9.2, вот 126 место, тоже высоко очень. News B2C 4.0, да, 58 место. Tropic 4.2, тоже зеленое, все зеленое. ICO Holder положительно, позитивно, вот оцениваю. Также смотрите, какое высокое место. Вот Coin Launcher плохо чего-то их оценил. ICO рейтинг, вот оценка хайпа говорит, что очень высокий. Второе место, ничего себе, представляете, второе место из 3600, да, по хайпу проект занимает второе место. Для меня самого это стало удивительно. Я первый раз смотрю рейтинги, да. Вот, ну, июль оценка, очень высокий рейтинг хайпа вот у проекта. Давайте посмотрим на сайте ICO Holder. Вот, ну, он Lixit 4.01, да, не оценивает. Ну, здесь, как всегда, мероприятие подкачивает это у всех ICO, оно на низком уровне, у Lixit даже оно еще повыше. А так все 4.1, 4, 3.7, 3.56, 4, 4 потенциал. Потенциал высоко оценивает этого проекта. ICO будет вот идти до 30 сентября, да, по версии ICO холдера. Ну, по-моему, так и будет, потому что 35 дней осталось еще, скидка, бонус 25%, да, и потом еще будет пятая фаза ICO, там скидка будет, ой, бонус будет уже поменьше. Цель у них 30 тысяч эфиров собрать, это хардкап. Вот, ну что, они здесь приводят дорожную карту, активность, высокая активность у них в Фейсбуке и в Твиттере, в Телеграме, да, 17, почти 18 тысяч человек у них. Вот команда, ну, команда проверенные, там два человека, я вам могу сказать, что у них проверены из команды, и в принципе это хорошо. Сейчас посмотрим на сайте ICO Bench, там я смотрел, точно проверены два человека. Вот 4.4 из 5, да, оценивают тоже это высоко, вот 64 дня, да, в принципе, до 30 сентября так и продлится где-то ICO. Ребята из Эстонии, сама компания, вот США, Китай, Сингапур запрещено. Вот, Амир Калтак, да, и Рейдер Денис, они прошли проверку. Ну, Амир Калтак, собственно, это генеральный директор и исключитель, так что все нормально. И Рейдер Денис, или Денис, как его правильно, главный директор по продукции, также соучредитель. Собственно, два главных человека прошли проверку, и я думаю, все хорошо. Здесь немножко о самом Lixit, о нем рассказывают, о проекте, да, что вообще на рынке они делают, что, где что. И смотрите, хочу вам показать, вот зарегистрировался я на проекте на самом, да, вот можно, регистрация в принципе несложная, можно купить лекситы. Сейчас, как я уже говорил, идет четвертая фаза, можно купить токены проекта. Так, что-то куда-то я не туда зашел. Вот сюда, да, вот сейчас идет четвертая фаза.
онлайн 25% бонус. В пятой фазе с 1 сентября бонус будет только 10%. Вот один эфир, да, 1500 лекситов. А в пятую фазу уже будет 1320. Вот, интересно, в третью и в первую там вообще, наверное, были шикарные условия. А на 1500 это уже, я так понимаю, с бонусом в 25%. Вот, собственно, зарегистрироваться не так сложно, поэтому все там интуитивно понятно. Заходите на сайт, регистрируйтесь, вводите e-mail, пароль вам приходит на почту, подтверждаете, и вы зарегистрированы. Также нужно будет зарегистрироваться в вайт-листе. А вот софткап они уже собрали, приближаются, ну, примерно на половине они к хардкапу, да. Пожелаем им удачи проекту, интересный проект. Вот, желаем собрать им хардкап. Спасибо, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии и подписывайтесь на канал. Всем добра!